Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, сегодня буду готовить вот такие изумительно вкусные кабачки в кляре. Друзья, сегодня я хочу пожарить кабачки в кляре. Так, для этого мне надо 2 яичка. Я возьму муки, сколько потребуется туда. Соль и масло, чтобы обжаривать кабачки. Так. Сюда же вот беру столько соли. Так. И потихоньку отправляю муку. Нарезаю кабачки. Не очень толстые, чтобы были, и не тонкие. Сейчас покажу вам. Так. Вот такие, друзья. Вот такой толщиной я нарезаю кабачки. Вливаю масло. И вот так вот начинаю кабачки. Ну, я это буду делать руками. И вот так. Ну, кто не хочет руками, можно вилкой. Так, друзья, пока кабачки у меня обжариваются, я готовлю чеснок. Так, кабачки переворачиваю. Чеснок через чеснока в выжималку выдавливаю, друзья. Вот, мне понадобится 4 зубчика. Ну вот, зубчики такие. Это вообще на любителя. Хотите с чесноком, хотите без. Беру болгарский перец. Нарезаю вот так соломкой и на маленькие кубики. Чем мельче, тем лучше. Так, кабачки в кляре у меня готовы уже. Все. Друзья. Так, вторая партия. Так, друзья, сюда отправляю я укроп. Болгарский перец. Друзья, можно с майонезом и каждый кабачок обмазать. Будет тоже оригинально, вкусно. Но вот мне хочется просто сверху покидать для красоты, для аромата. И все. Чуть-чуть посолю. Кабачки в кляре я обжарила с двух сторон. Теперь буду выкладывать вот в тарелочку вот так вот. То, что чуть-чуть горячее, это даже еще лучше. Вот этот чеснок разойдется вот по всем кабачкам. Вот аромат. Так. И вот так, слой за слоем до конца. Такой аромат, друзья, это очень вкусно. Болгарский перец тоже очень вкусный аромат отдает, друзья. И вот можно сверху еще вот укропом. Так, друзья, все, я дегустирую. Кабачки я люблю в любом виде, друзья. Это очень вкусно. Вкуснее мяса, друзья. Вкуснее мяса. Если такой рецепт вам понравился, то ставьте мне лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока!